Привет, печенька. Привет, пап. Другого времени не нашел? Но у меня же режим. А, извини. Ты должен передавать деньги через пристава, а не вот так вот в конверте. Должен. Ну что, убежали? Побежали! Побежали! Быстрее! Держись, держись! Быстрее, быстрее! Ну все, хватит, у меня уже голова закружилась. Нам пора. Ты иди, а я ее через часик приведу. Нет. Почему нет? Я же имею право. Вообще-то не имеешь. Изучи, пожалуйста, внимательно режим посещения в судебном решении. Покажи, как ты кидаешь мяч. Суперсила. Надо притянуть мячик. Телекинез! Птичка летает, птичка играет, птичка поет. Птичка летала, птичка играла. У меня мало времени, что звонил? Птички уж нет. Где же ты, птичка? Где ты, певичка? Я хотел сказать, что хочу видеть чаще свою дочь. Давай завтра отведу ее в садик. Нет. Почему нет? Максим Сергеевич, в решении суда указан режим посещения. Прошу вас ознакомиться с документом. Да плевать, я хотел на решение суда. И почему ты называешь мое... Постой. Ты что, записываешь наш разговор? Алло. Прости, мне просто по второй линии бывший звонил. Да, да, точно, биологически. Это папа звонил? Что говоришь, доча? Это папа звонил? Да, папа. Во сколько вы зайдете с Валюшей, чтобы мне приготовить успеть? А что он говорил? Подожди, я перезвоню. Кто говорит? Это я и ты? Да. А вот это кто? Садовник? Нет, это папа. Thank you.
Привет, печеньки. Привет, мам. Привет, Вик. А, да, на, вот. Вот твой режим посещения. Thank you.